Поздравляю. Молодец, молодец. Это, вот эта победа нужна была. Психологическая победа тебе, чтобы ты почувствовал, насколько ты сильнее. Настоящая красавица, ты молодец. Можешь говорить пару слов? Я устал. А психологическую точку зрения, наверное, даже говорить не стоит, потому что была очень принципиальная схватка. Давно все ждали. Молодец. Но мы еще просто ни разу не встречались. Первый раз, первая встреча. Поэтому так все было. Каждая секунда, каждый балл, каждое движение было. Благо того, что она в одиночку так жестко борется, даже я иногда грубо борется. Я потом с ней встреча боролась на тренировке, я выигрывала. Поэтому я уже знала, что меня будут душить, за горло держать, даже, никто ничего даже не говорит. Ну, это борьба, это не балет. Поздравляю. Маша, вещи сюда положи. Человеки. Арсен Курамагомедов. Молодец, поздравляю, молодец, ты настоящая красавица, молодец. Владимир. Симметрия. Молодец. Кимчевич. Грузия. Ну, в принципе, знаете, как бы ожидалось, но мы еще за сколько лет, за сколько борюсь, я с Верой первый раз встретились, совершенно на соревнованиях. На тренировке мы боролись, но тренировка тренировкой. Поэтому было...